Быстрее пули – это фильм-триллер о группе убийц, которые находятся в поезде, двигающемся по Японии. Каждый из них имеет свою собственную миссию и цель. Но все они находятся под угрозой, когда становится известно, что в поезде находится киллер-убийца, готовый уничтожить всех пассажиров. Главный герой фильма – Кейси. Профессиональный киллер, который находится в поезде со своей миссией. Его задача – убить другого пассажира. Но все изменяется, когда он узнает о наличии убийцы в поезде. Каждый пассажир, которого он встречает на своем пути, становится потенциальной угрозой. И Кейси должен быть настороже, чтобы не попасться в ловушку. Он объединяется с другими убийцами, чтобы выяснить, кто из них является убийцей-киллером. В течение всего фильма пассажиры поезда сражаются друг с другом, пытаясь выжить и достичь своих целей. Фильм полон экшна и неожиданных поворотов сюжета, что делает его очень захватывающим для зрителей. В конце фильма выясняется, кто на самом деле является убийцей-киллером. И оставшиеся пассажиры принимают решение, как с ними поступить.